Добрый день, друзья! Ну вот с вами я, снова посиделки на кухне. А сегодня не буду я ничего готовить. Я буду иногда говорить о препаратах, о таких, которые приносят только пользу, и которые я употребляю и рекомендую употреблять. Сегодня наш обзор будет льняное масло. И что это такое, для чего это? Я вам покажу, которое я употребляю. Фирму закрою, рекламу я зачем делать. А вот такое вот. Ну, знаете, льняное масло нужно вообще пить каждый день. Вред и пользу сейчас немного расскажу. Ну, знаете, добавляя льняное масло, пейте в чистом виде. Ну, там, с травами, не с травами, которые обогащены, это разницы нету. На вкус и цвет, как говорится, карандаши разные. Почему льняное масло полезно? Ну, начнем помаленьку. В льняном масле содержится омега-3 кислоты. Ну, для чего это? Во-первых, омега-3 защищает сердце и сосуды. Но болезни сердца, инфаркт, инсульт, вот часто бьют по сосудам. Ну, думаете, вы перед ними без защиты? Нет. Пейте льняное масло. Знаете, врачи рекомендуют пить льняное масло. Короче так, кратко. Льняное масло убирает холестериновые бляшки сосудов, убирает воспаление в суставах, ясность мыслей, цепкость, там память улучшает. Наукой даже доказано, что кто употребляет омега-3, там что-то происходит в мозгу, какие-то нейроновые или какие там связи. От старческого слабоумия, атеросклероза. Вот подвижные суставы – это важнейшие условия сохранения активности в молодом и зрелом возрасте, что пропагандирую я. Из омега-3 в организме образуются биологически активные вещества, которые действуют на воспаление, где бы это ни было, особенно в суставах. Тем более при регулярном приеме омега-3, ну, на основе вот именно, что я говорю, льняного масла, уменьшается воспаление суставов. И они сохраняются здоровыми, а если они уже заболели, то боль заметно уменьшается. Льняное масло обязательно нужно ребенку, потому что омега-3 обеспечивает правильное питание головного мозга, органов зрения, легких. Очень много рекламы идет, что лучше пить там, омега-3 или омега-3, 6, 9. Ну вот, многие запутаются же люди. Я немножко так быстренько сделаю обзор, и даже не обзор, а расскажу, что нужно, омега-3 или комплексом 3, 6, 9. Ну, дам просто обоснованный ответ. Ни на секунду не сомневаясь в эффективности пищевых добавок на основе омега-3. И я вам говорю, принимайте добавки, которые содержат только омега-3. Спортсменам очень пригодится их анаболитическое или липолитическое действие. Как и омега-3, омега-6 является незаменимой и очень полезной для здоровья. Но между этими типами липидов, 3 и 6, имеется одно существенное отличие. Омега-жиры 6 широко распространены в растительных маслах, орехах, там, мясе, еще там где-то. И поэтому недостатка от этих жиров большинство из нас не испытывает. Мы постоянно их из нее употребляем. Более того, они даже могут стать причиной проблем. Несмотря на свою незаменимость, эти жиры могут из полезных превратиться во вредные, если соотношение, разница омега-6
к омега-3 превысит пропорцию 4 к 1. Рацион питания, в котором соотношение омега-6 к омега-3 выше нормы, может привести к развитию болезней сердца, диабета, рака, астмы, депрессии. Кроме того, такой дисбаланс препятствует оптимальному мышечному восстановлению и росту, а также помогает расщеплению жиров. К сожалению, в диете большинства американцев, европейцев, ну а сейчас и России, в крупных городах, так как питаются пищей далеко не полезной, преобладает омега-6 жиры. Поэтому отношение к омега-6 и к омега-3 значительно превышает оптимальный. Подобно омега-3 и омега-6, жиры омега-9 также приносят пользу нашему организму, а именно обладают противовоспалительным действием, ускоряют регенерацию суставных тканей и помогают предотвратить развитие многих заболеваний. Но в отличие от омега-3, 6 жирных кислот, омега-9 не относятся к незаменимым. Это означает, что организм может синтезировать их и самостоятельно. Плюс омега-9 жиры содержатся в оливковом масле, других растительных маслах. Следовательно, если вы включите в свой рацион оливковое масло, а вы это должны делать, то, скорее всего, получите оптимальное количество омега-9 жиров. Но правда-то в том, что единственная проблема большинства людей является банальный дефицит омега-3. Запомните, омега-3. Мой совет. Забудьте об омега-6 и об омега-9. Хотя нет, омега-6 употребляйте меньше. Сфокусируйтесь на приеме такого препарата омега-3. Например, рыбьего жира. Регулярно его используйте для приготовления пищи, заправки, салатов. Если вы поступите подобным образом, вы получите из этого препарата омега-6. Я рекомендую ежедневно принимать как минимум 6 грамм омега-3 в виде рыбьего жира. Разделенные на 2, кто может, или 3 дозы. По 2-3 грамма соответственно. В дальнейшем я покажу вам, сколько примерно находится в одной капсуле разных веществ, да, и сколько я вам покажу находится в рыбьем жире в одной столовой ложке. И разницу вы посмотрите сами, что вам удобнее пить, капсулы или в жидком виде. Так, ребятки, я и девчатки. Я предоставляю вам, расскажу, что находится в капсуле и сколько находится в столовой ложке. Смотрите на таблицу. Содержание жирных кислот в 1 грамме масла. Вначале показываю, сколько находится в 1 грамме масла витамина Е, сколько омега-3, сколько омега-6. А в дальнейшем в правой колонке, сколько в столовой ложке. В столовой ложке 7-8 грамм льняного масла находится. Также показываю витамина Е, сколько находится, омега-3, омега-6. Дальнейшее, смотрите, содержание жирных кислот в одной капсуле. А в одной капсуле содержится 300 микрограмм вещества. Смотрим, витамина Е, сколько находится, омега-3, омега-6. В ниже колонки. Разница между капсулой одной и столовой ложки составляет, смотрите, сколько разница, витамина Е в 21 раз больше, чем в одной капсуле. Столовая ложка и капсула. Омега-3 27 раз больше, омега-6 55 раз больше. Смотрите, разница в капсулах и жидком льняном масле. Я взял, нашел в спортивных магазинах посмотрел, самое дешевое выбрал, там не помню какой фирмы, стоит 180 штук капсул, стоит 170 рублей. Это нижний, я взял нижний уровень, даже не средний, не высокий, это нижний. Дневная норма у нас составляет от 4 до 10 грамм в сутки. Но это в зависимости, кто спортом занимается или нет. А кстати, забыл сказать, что льняное масло помогает при похудении. Вы знали это?
Вот теперь знаете, худеющие люди, готовящиеся к лету. И смотрите, в капсулах получается, нужно дневную норму, представляете, 28 штук. 28 штук, насколько вам хватит? Разделите 180 на 28. Сколько это будет? На 7 дней? Ну вот, смотрите, если вы, конечно, как бы финансово не ограничены, пожалуйста, можете покупать, ну, одной бутылочки вам хватит на неделю. Вот так. А так мне хватает 500, получается, 500 грамм, ну, наверное, месяца на 4. И цена на 4 где-то так, да. И цена 160 рублей. Разница есть? Ну, я думаю, что есть. Всем пока. С вами был Спортивный Дед.